Друзья, всем привет! Я такой радый, ну, не знаю даже и как говорить. Ну, короче, хорошее настроение у меня. Вот это смотрю сюда, целый день сегодня. Ну, не целый день так, а с утра встал, посмотрел. И вот это сейчас, мы пришли в 7 часов сюда в сарай, сейчас 9. Пока поубирали у всех. Ну, здесь тоже на счету на ихнем тоже убрали. И я смотрю, друзья, сейчас уже праздники закончились. Видео не выкладывал, потому что ездили у нас с Катей трое крестников. И мы пока всех поздравили с праздниками. Поэтому видео я, не часто выкладывал, потому что приезжали поздно, пока это, то все. И вот это вот я сегодня думаю. Сейчас праздники еще 14 января, там уже последний праздник. И начну, наверное, здесь вот это все потихонечку буду вывозить, чтобы им сделать там станочек. Ну и же он будет у меня там, я думаю, лет 5 послужит. Друзья, пока эти поживут, а потом уже весной, ну, видно будет. Походу, друзья, Тихон, хоть я говорил, зверь непонятный, но вроде бы милку он покрыл. У нее вот эта вот сторона выпирает. То есть мы когда первый раз белку случали, мы же не знали, как оно, что... И смотрели много информации в интернете. И говорили, там еще один признак. Ну, по молоку можно узнавать. И еще один признак, когда у нее одна сторона выпирает очень сильно. Точно не буду говорить, какая. Но и живот у нее такой опустился. То есть, такой хорошенькая козочка. Надеюсь, что этот зверь не зря кушает. Еще, друзья, сейчас я вам сразу скажу. Были мы вот на днях в Балаклее. Я зашел в аптеку. Вот петушки тут сидят. Вот эти все будут улетать в теплые края. Останется вот этот. Это которые мы взяли у Ваньки. И вот этот. Что-то не хочет показывать. Ага, вот он. Друзья, насчет Гоги. Не было этих ножниц ни в одном. Там 3 ветеринарные аптеки. Раньше там были ножницы, но сейчас не было. Поэтому я нашел. Там многие писали ножницы по металлу. У меня нету. Я у человека спросил. Сейчас туда-сюда я возьму и сделаю, попробую ему этими ножницами. Уже, то есть, не буду ждать. Сейчас только их заберу, те ножницы, и сразу буду делать. Чтобы он... там писали, что сразу нельзя. Я тоже так думаю. Сначала передние то сразу сделаю. На передние вроде нормально. А задние, наверное, половину сделаю. Внутри там вычищу. У него же там, представьте, оно там внутри все забилось. Ему, я понимаю, что ему тяжело. Поэтому сделаем. Ну, а этим уже... Своим по накатанной буду делать этими кусачками. У них маленькие. Я слежу. Все аккуратненько. Этим я еще не делал. Буду, ну вот, зимой буду делать всем. И тем двум маленьким баранкам. Этому барану. Ну и этим взрослым. Милки и белки. Сколько имен уже так бывает. Ой, блин. Белка, Милка, Снежка, Квитка. Тихо, Васька, ой-ой-ой, так подумаешь. Эти, как обычно, у них постоянно, не знаю уже, и пробовал и воду наливать меньше, все равно. Ну, главное, что растут, друзья. Такие они, два парнища, хорошие. Все у них хорошо, сухенько у всех. Семка уже отдыхает, уже время, друзья, 9 часов. Я в начале ролика говорил. Уже он спит, отвернулся. Вот, станок больше, чем 1,5 метра. Вот он кругом лежит. Он даже не выпрямился.
Еще хочу, друзья, там мне писали. Матильду я никак не могу ее уложить. Она стоит, вот сейчас может 9 часов, потому что эти, видите, тоже уже спят. Ну, до них сейчас очередь дойдет. И там писали, что надо ее уложить. Ну, и брат говорил мне тоже, но я не за это. Говорили, живота у нее нету. Гляньте, какой живот уже, друзья. Гляньте. Что ты, Матильдочка? Гляньте, какой живот висит. Уже и вымя он немножечко, видите, начинает отбиваться. Она просто очень большая. Я же говорю, ну, у меня таких свиноматок еще не было. Матильда очень хорошая. Уложить, правда, я ее не могу. Попробовать поросяток. А так живот, гляньте, какой большой. Гляньте. Вот такой. Давай, ложись, ложись, Матильдочка, ложись. А ну, давай попробуй, уже поздно, ложись. Ложись, отдыхать будешь. Давай, 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 Матильдочка. Не, не хочет. Этот оторвал, ну, он, они большие. Нормально все, ничего страшного, я думаю, не будет. Вот, смотрите, какой живот у нее опустился. Гляньте, какая свинюха. Друзья, короче, я не знаю, что мне с ними делать. Квитулечка, ну сейчас я до вас подойду. Сейчас, мои хорошие бараночки, мои маленькие. Сейчас, Снежка, сейчас. Это начало, ну, петля набухла так немножко и покраснела. Я сейчас, ну, чаще захожу. Надеюсь, мы уже решили с Катей, посоветовались. Сейчас, когда она только встанет, я попрошу еще Юрца. Гляньте, что делает ногой. Лапой. Ты что телефон кушаешь? Как только она встанет, попробуем провести еще раз до этого кабанчика. Она, правда, такая, я думаю, он тоже подрос, потому что она догнала чернуху. Гляньте, одинаковая. Они именно сейчас одинаковые. И этот. Попробуем. Если не получится, сразу буду где-то искать, ну, дозу вот эту ихнюю. И буду пробовать, потому что уже и так, сколько уже ждать. Они уже такие, как две машины большие. А это вообще я не пойму, что. Если не будет, попробую ей, там писали, вколоть, может, что-нибудь. Какой-то стресс сделаю. Ну, вот это, может, станок там туда, малышню сюда, а тех туда. Потому что больших не хочу, друзья, пересаживать туда. Ну, где Мося с Прося, они там еще больше. Представьте, малышня что наделала. А эти два танка там точно что подкоп выкопают, как это там писали. Эти баранки. Ну что вы, что вы, что вы, что вы, мои хорошие. Уже они перегуляли. Следующая ихняя охота. Уже будем пробовать вот этим архаровцам. Надеюсь, что все-таки он толковый парниша. И будем пробовать покрывать вот этих двух архаровок. Да, это такая какая-то, как плюшевая такая, ну, а это не такая, все равно, да, видно, что добавилось шерсти на нее. Но это все равно такая, как плюшевая. Ну, что ты хочешь, что ты хочешь? Все, друзья, оказывается, я забыл за них. У меня вот таких дров еще, целое дерево. Я летом спилял абрикосу, вот здесь вот стояло. И попилял на кусочки, оно там лежало. Она, правда, намокла, но горит. Горит, вон, смотрите. Так что у меня на крайний случай есть. Так, вот это надо будет, это воск, тарелку. У меня такая была, это вот этой. Почистим от воска. Видите, она сидит здесь, кушает все хорошо, водичка есть, молочко попила, уже сама подходит. Такая кошечка. Вон тебе, не плакай, не плакай, не плакай. Мы тебя сейчас не обижаем. Вот такая кошечка. Вот такая моя хорошая кошка. Чуть не сказал Матильда. Фурия. О, гляньте, гляньте, выображает. Вот такая молодец. Ну, такие.
Животные такие добрые, они все. Да, все, все. Друзья, еще мне сегодня приятно было. Одна женщина, Нина, вам огромный привет. Спасибо вам большое. Но я пока не буду говорить, за что, за как. Но обязательно в скором времени все все узнают. Друзья, поэтому Нине еще раз огромнейшее спасибо всем вашим родным, здоровья. Ну я не знаю, я честно, я насколько рад, я просто, у меня вот аж мурашки пошли, волнуюсь. Ну мне никогда такого не было, честно. Поэтому, друзья, еще раз скажу спасибо огромное Нине от всей души. И даже мне честно, вот насколько вот такие вот эмоции приятные. Ну, поэтому я целый день хожу такой счастливый человек. Знаете, глянешь, счастливый человек. Вот это я сегодня. Надеюсь, что такое будет всегда теперь. Так что, друзья, чтоб у вас тоже у всех все было хорошо. Ну, короче, на сегодня все. Всем огромное спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, друзья. Витолечка, помаши пока. Не, жуют. Все, друзья, еще раз всем пока.